Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Драконы всадники Улуха. Так, заберем сразу шлем. Так, без зубика посмотрим. Ага. Слушай, а нам вот это же нужно, да? Или что мы ищем? Подожди секундочку, прежде чем отправлять без зубика, давай-ка попробуем отбиться. Не уверен, конечно, что получится, но попытка не пытка. Ну, не пройдем, так не пройдем. А вдруг наоборот пройдем, да? И будет круто. Ё-моё, нифига он тут. Это мне надо как-то посередине. Как-то посередине получается. Давай попробуем сделать так. Блин, вот это вот я... Смотри. Давай, без зубик. Наказывай эту лодку. Хватит ли у него мощей? Так, подлетай сюда. Все, начинает бомбить. Если я, например, поставлю вот так. Ну куда ты стал бомбить? Хотя, с другой стороны, пускай лучше туда бомбит. Посмотрим. Друзья, ты посмотри, у нас получится... Фигня полная получится. А знаешь почему? Потому что, смотри, как медленно они уничтожают. Очень медленно. Мне надо было хотя бы хоть какие-то лодочки здесь подбить. И уже после этого только... А боюсь, мы не успеем. Видишь? То есть у нас быстро... Блин, хотя подожди, вдруг все-таки получится. Но один ключ — это максимум, что мы, наверное, сможем вытянуть из этого события. Да, скорее всего, один ключ только останется, ребят. Есть, два. Два ключа сохранили. Блин. Сложно, конечно, здесь уже стало драться, потому что мои драконы не прокачаны. Вот эти вот основные, которые у нас именно в этих ивентах принимают участие. Ну и надо прокачивать, получается. Забрать награды. Конечно, заберем награды. Давай откроем этот сундук и вот этот. О, 50 рун. Да, забираем. Построить. Улучшить катапульт, чтобы наносить максимальный урон. Слушай, надо будет, наверное, это сделать. Давай посмотрим, что нам здесь выпадет. Так, 225 миллионов рыбы. Сейчас я тут распределю всех. Куда надо, надо и не надо. Так, без зубик. Давай-ка я тебе сразу, наверное, отправлю, чтобы не забыть об этом. Начать. Да, ребят, мы как раз ищем вот эти вот... Как это назвать? Это не копье, это знаешь, когда вот рыбу утягиваешь на берег или в лодку, как-то гарпун, ну что-то типа того. Что-то типа гарпуна. Так, посмотрим, здесь у нас отказ. И здесь тоже отказ, ничего мне не нужно. Слишком цены вы там загибаете, какие-то нереальные просто. 27 миллионов. Так, соточку принес. 19 миллионов. Так, с рыбой у нас фул. Нам вот древесину нужно где-то надыбать. Причем древесины надо много. Принцесса Огнеедов прокачалась еще на один уровень. А у нас тут все почему-то рыбой завалено. Ну-ка. 107. Блин, давай мы его, наверное, вот так вот прокачаем. Так, так. Отлично. Наверное, я его отправлю на прокачку, друзья. Пускай идет, качается. Фиг с ним. Ожидание бесплатно. Модификрылка рыбу принесла.
Так, зато могу смело здесь забирать ресурсы. Эти там мои как поживают? Ну, ты-то будешь у меня в конце концов переходить? Он издевается надо мной, просто издевается. Он не хочет. Он просто не хочет, ты понимаешь? Так, иди качайся. Давай, тренируйся тоже. Сколько у меня... Ой, у меня мало и древесины мало, и этого мало. Там нужно было 300, если я не ошибаюсь, для того, чтобы прокачать катапульту. 300 древесины, 300 лямов, естественно. 300 миллионов древесины. 300 миллионов древесины. Так, а ты у нас... Нифигашечки, да? Не хочешь. Не хочешь у меня ничего делать? Ну что, давай, изучи волну. Ты у меня пойдешь. Ага, что ты нам принесешь? Ну-ка, давай. Шестеренки. Три штучки. Так, забрали. И отправляем его. Блин, драконий край. 8 рун надо для того, чтобы он пошел путешествовать. Дорого он мне обходится. Кривоклык, ну а ты чё? Тут либо одно из двух яиц, скорее всего, выпадет. Ну да, так и есть. Давай, давай, давай. Я даже выводить тебя не хочу. Я тебя сразу отпускаю на волю, потому что ты мне не нужен. В приключении... Побежал. И остается Громгильда. Ну, конечно, тусклый интерьер. Зачем мне флагшток? Он мне не нужен, мне надо. Понял, да? Тусклый янтарь. Иди, ищи рыбу. Так, а у нас события какие-нибудь сегодня есть, ребята? Угроза. Драконий корень распространения. Но он будет доступен только лишь... Через 16 часов. Блин. А что я тогда буду делать сегодня здесь? Я думал, что какое-нибудь событие у нас созрело. Но, видишь, ничегошеньки не созрело. Ну что, тогда на арену я, наверное, схожу. А на арене, подожди, у нас, по-моему, тут все забито. Точно. У меня тут все забито. Душитель, шторморез, змеевик и щейка. Ну, можно будет, в принципе, просто два пака выбить, да? Ну, хоть чем-то заняться. А то зашел, получается, как бы зря. Ну, я думал, столько времени прошло, две рабочие смены. Думал, хоть какое-нибудь событие будет доступно. А оно еще, как ты видишь, недоступно. 250 рогов. Сверкалки. Такое название, сверкалки. И здесь тогда мы тоже откроем два пака. Так, монетки Один, это понятно. Шторморез, громобой, ужасное чудовище. 25 рун дали, не кисло. Монетки Одина, как обычно, 6 штучек. Костолом, древоруб, громобой. Окей. Так, откройте два набора карт. Давай заберем здесь награду, фиг с ним. Что дальше у нас? Что мы можем еще здесь сделать? Так, еще раз гляну, сколько нам нужно. Точно 300 миллионов? Да, 300. Блин, а у меня не хватает. Я даже не смогу купить пак с древесиной. Секундочку. Ну-ка, иди сюда. Я лучше вместо тебя отправлю... Весный чес, он приносит, по крайней мере, много нам рыбы. Если академка, в принципе, позволяет, я, наверное, еще кого-нибудь отправлю на прокачку. Сейчас, где же у нас тут? Ага, вот они.
Брызговик. Сам понимаешь, брызговика тоже нужно прокачивать, потому что это премиум дракон, так что... Тут, к сожалению, больше не хватает. Ну и, как ты помнишь, здесь нужно... Сколько? 9000? 9000 урона, чтобы купить ящейку. Забираем. Ну что, погнали тогда на арену. Будем открывать два пака вождя. Ну и еще как раз забьем одну ячейку паком. Хотелось бы получить эпический, вот серьезно говорю. Давно у нас его не было. Ох, какие красавцы-то здесь, ты посмотри. Прям мое раздолье. Сейчас начну их тут щелкать. Давай сюда. Ну что ты там, шипорез? Наверное... Давай так. Окей. Ты посмотри, баф делает. Вот ты жулик. Блин, еще и защиту повесил. И защиту, и атаку усиленную. Так что особо сильно тут не заблудишь. Промахнулся. Он промахнулся. Так, наверное, мы его уничтожим, да? Конечно. Этого барсика, по ходу дела, нам завалят. Нет, мы, наверное, успеем все-таки... Залечиться успеем, наверное. Или вот так лучше. Ну-ка, что у нас тут? Я вижу злобный змеевик. Ну, начну с тройного удара. Мне кажется, так лучше будет. Быстренько попробуем его сейчас уничтожить. Смотри, как бомбит, а? Да хорош вам. Куда лучше ударить? Наверное, сюда. Ох, припечатают нам. Все. По-моему, шторморез у меня доигрался. Сейчас этот его уничтожит. Не надо вот эти вот свои бафы вешать. Как без них обойдемся? Больно сейчас будет. Я буду мстить, и мстя моя жестоко. Так, что он там? Фаербол. А если я вот так сделаю? Пускай-ка посмотрим, что он предпримет. Конечно, ага. Ну, барсик, добивай. Мне уже не нравится этот отряд, потому что здесь кревет и плюс дымодышащий. Сейчас попробуем быстренько как-нибудь ушатать этого кревета. Промахнулся, слава богу. А это сейчас будет понижать броню, верно? Конечно. Ай-яй-яй. Плохо дело. Плохо дело. Уничтожат мне, конечно, сейчас моего штормореза. Слушай, ну если мы сейчас дымодышащего вольнем, то барсик, в принципе, ничего нам не сделает. Тем более, когда вот так вот уклоняшку мы будем вешать. И потихонечку его начинать разбирать. Ну давай, давай, прыгай. Ну-ка, давай еще, наверное. Или подожди. Нет, не добьем. А раз не добьем, естественно, делаем слепоту. Ну, в принципе, и все. Ну что, вот и первый пак вождя. Посмотрим. Шторморез, древоруб, костолом, парящий прихвостень, кривоклык, 4 карточки. Ну что, пойдем за вторым паком тогда. Ну вот такая вот, ребят, сегодня серия. Завтра уже, конечно, будем проходить события.
Что у нас тут? Ой-ой-ой, ловарык. Точнее, скалотряс. Какой ловарык? Скалотряса надо в первую очередь тут нахлобучивать. Что это за урон? Блин, не получилось его прижучить сразу же. Этот меня не пугает. Вот это да. Баф, что ли, будет? Нет, не баф. Хильнемся и добьем. Ну что, теперь с громорога будем продолжать атаковать. А вот и баф. Ну, он запоздал с ним, если честно. Он уже ему тут не поможет. Ну, что ты там пыхтишь? Сразу понижаем броню и делаем атаки. О, слепота. Ну и что там? Все? Ослеплен? Сделать ничего не можешь? Кусаем. И сейчас добьем уже его с помощью нашего штормореза. Ага. Ну, здесь еще более-менее. Начну, пожалуй, вот с этого. Сородича ужасного чудовища, я так могу сказать. Блин, чего вы так барте, когда моего ненавидите, а? Все его пытаются уничтожить. Причем сразу. Ну, все, ему, ему крышка. Сейчас этот будет его бомбить. Я ж тебе говорил. На тебе. Сейчас разбега кого-то. Или огнем, что он будет делать? С разбега. Ну это еще нормально, кстати. По-божески. Нет. Давай-ка не будем дурковать. Не будем дурковать. Просто сдашься мне на милость и все. Барсик, давай, хорош, завязывай уже. Дурку тут врубать. Кусаем. Блин, какой живучий, а, барсик. Посмотри. Ты думаешь, это тебя спасет? Нет, конечно. Теперь попробуем разобраться вот с этой командой. Начнем с Хофера. Хоферсона. Блин, а этот еще и страж? Ого. Нифига он бомбит. Так, барсик. Блин, по идее надо этого бомбить, но он страж. Его долго будем разбирать. Поэтому я попробую сейчас все-таки барсика, наверное, вражеского заглушить. Если что-то еще, конечно, получится. Так, ну что, ты остался один у нас. Минус броня. Укус. Чего ты там шипишь? Чего ты там шипишь, я тебя спрашиваю, а? Оказалось, все намного легче. Ну что, вот он, последний пак вождя, который мы сегодня набили. Шторморез, громобой, душитель, громыль, шепот смерти, водорез, барс и вепрь. Вот как-то так. Ну а больше уже мы сделать здесь ничего, к сожалению, не сможем. Мне бы, конечно, хотелось бы получить. Так, а тебе-то надо, наверное, отправить. А куда? Отправить-то тебе даже некуда. Бедолажка ты наш. Да, нам нужна древесина. Много древесины, но я вряд ли сейчас насобираю нужное нам количество. Нет, нет, не получится. Ну что, друзья, тогда я буду на сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.